большой. Thank you.
кто? Я? Я лис. Да ты не здесь. А что ты здесь ищешь? Я ищу друзей. Мне так одиноко, лис. Поиграй со мной. Поиграть? Не могу я с тобой поиграть. Я не приручен. Ах, извини. Что такое приручить? Приручить – это давно забытое понятие. Оно обозначает создать уз. Уз. Вот именно. Подай меня, пока всего лишь. Обычный, маленький мальчик. Точно такой же, как 100 000 других мальчиков. И ты мне не нужен. И я тебе не нужен. Я для тебя всего лишь лисица, точно такая же, как 100 000 других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу, и все изменится. Я буду для тебя единственным в целом свете, и ты будешь для меня единственным в целом свете. Понимаешь? Приручение, маленький принц. Узнать можно только те вещи, которые приручишь. Что для этого нужно сделать? Ты должен всегда приходить в одно и то же время. Вот, например, если ты будешь приходить в 4 часа, я уже с 3 буду чувствовать себя счастливым. И чем ближе назначенный час, тем я счастливее. Понимаешь? В 4 часа я уже начну волноваться. Я познаю цену счастья. Маленький принц понял одну очень важную вещь, о которой говорил ему лис. Ты навсегда в ответе за тех, кого приручили. Я бы рад, но у меня так мало времени. Еще надо найти друзей и узнать многие вещи. У нас всегда не хватает времени что-либо узнать. Покупаем вещи готовые. Но ведь нет таких мест, где торговали бы друзья. Если ты хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня, маленький принц. А я расскажу тебе секрет. Сон, ну лишь сердце. Самого главного в глазах не увидишь. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
наконец, набрел на дорогу. А как известно, все дороги ведут к людям. Здравствуйте. Добрый вечер. Какой планете? Ты на Земле. Почему здесь совсем нет людей? Люди занимают на Земле не так уж и много места. Если 2 миллиарда жителей Земли поставить сплошной толпой, то все человечество вместится плечом к плечу на самом маленьком острове в Тихом океане. Люди только думают, что они величественны. На самом деле это не так. Жаль все-таки, что здесь совсем нет людей. Без людей так одиноко. Среди людей тоже бывает одиноко. А у тебя есть друзья? Да, теперь у меня есть друзья. Когда я пролетал над Землей, я понял, что Земля очень красивая планета. Да, это так. А твоя планета красивая? Да. Я очень ее люблю. Посмотрите, посмотрите. Сколько звезд на небе. Там, видите? Это моя планета. Хотел бы я знать, зачем звезды светятся? Наверное, для того, чтобы рано или поздно каждый смог снова отыскать свою. Thank you.
наш концертный конкурс. Благодарим за внимание!